Всем привет! Вот такая тема. Иногда приходится тянуть провода через подвесной потолок. Я это делаю следующим образом. К стальной шайбе привязываю шнурок, шайбу толкаю в отверстие и при помощи магнита перетягиваю в нужное место. Затем привязываю к концу шнурка электрический провод и затягиваю. По шероховатой поверхности или через небольшие препятствия шайба плохо перемещается. Валик также не решит проблему. Шарик от подшипника. Стальной шарик подойдет, но для этого придется просверлить отверстие. Каленый шарик обычным сверлом не просверлить. Придется отпустить, то есть нагреть до красна и медленно остудить. Чтобы не деформировать поверхность кулачками, зажму через латунную оправку. Центрую. Это чтобы сверло не увело в сторону. И сверлю обычным сверлом. Масленочка супер. Снимаем фласку. И немного шлифуем. Обычная шкурка. Вынимаем, переворачиваем. Точно так же делаем с обратной стороны. Немножко полирую. Полировочный кружочек, если заметили, наклеим прямо на баллоночку. Проверяем. Перемещается без скрипа. Небольшие препятствия не страшны. Все хорошо, но чего-то не хватает. Точно, вот чего не хватает. Зажимаю. Теперь совсем другое дело. Вот такая фиговинка у нас получилась. Мелочи, но с этими мелочами сэкономлю кучу времени. И сохраню нервы. Всем, кто на моем канале, спасибо.
Ставьте пальцы. И всем пока.